Ее картины душевные, а герои живые, отмечали пришедшие на выставку. Смотришь на портреты, рожденные под кистью Яны Потокиной, и словно узнаешь этих людей. Прекрасные пейзажи. Это то, что я успел посмотреть, да, некоторые мне просто очень нравятся. Я думаю, что когда-нибудь они окажутся моей коллекцией. За 10 лет Яне удалось написать больше 200 работ. 168 из них обрели свое место на выставке. Здесь и портреты, и натюрморты, и просто пейзажи. Яркие краски, крупные мазки – вот что бросается в глаза в первую очередь. А вслед за ними – образы, лица, настроение. Утром я зашел в выставочный зал и был просто поражен. У меня нахлынула волна такого вот восторга перед таким количеством прекрасных произведений. И что самое удивительное, подходишь к каждому произведению и видишь сначала не то, что, чем это сделано, то, что творческая палитра там, художника, а видишь просто вот другой мир. Этому другому миру ее научил наставник, которым она гордится до сих пор. Андрей Курнаков дал многое своей ученице. С детства, конечно, рисую и училась долго, и здесь и сколько уже, 11 лет стажа работы, поэтому здесь большой достаточно путь проделан к этой выставке. Но, пожалуй, самое главное, центровое событие, чему была посвящена первая персональная выставка Яны Потокиной, это 35-й день ее рождения. Художница приняла в этот день десятки поздравлений. Я не знаю, что сказать такому талантливому и уже совершенно профессиональному художнику, да, чтобы продолжала развиваться и радовать своих зрителей. Добрый путь и дальше. Полюбоваться удивительно теплыми и живыми произведениями художницы можно в областном выставочном зале. Выставка продлится до 1 ноября. Виктория Юркова, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первый областной».